Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем сегодня прокачку следующего героя. Альфа-самца мы качнули, но я его пока что специально на максималку не докачивал. Надо будет докачать, и сегодня мы будем качать второго героя. Это у нас будет Dark Mag. Сейчас мы его еще не забрали, сейчас заберем. Вот Dark Mag, я его тоже вчера получил. В принципе, довольно-таки интересный герой против Барда. Мы сейчас это тоже затестируем. Но опять же, наверное, из той серии, что и все остальные герои не особо востребованы в плане геймплея, в плане локации. Ну, не знаю, по крайней мере, кроме как вот так вот он у нас уже выглядит сразу. Что он делает? Входит в Dark Trance, не может, герой не может атаковать, передвигаться, юзать скиллы или получать бусты от других юнитов. Тотально, ну, то есть общий дамаг 70% от атаки, это у нас первый скилл, ближайшим разным целям каждых 0,5 секунды. Дамаг не больше, чем на 3 юнита распространяется, получает забирает энергию и, если я не ошибаюсь, бля, чё я парюсь? Чё я парюсь с переводом, если можно просто зайти на русский сервер и нормально почитать? Я уже просто давно не бегал, я его затестировал, был, показал вам. Ну, такое, знаете, антибард своего рода. Не более того. Сейчас мы здесь нормально, как человеческим языком, прочитаем его скилл и пойдем его качать. Все как обычно. Потому что эти переводы с английского. Так, еще вот темный колдун. Транс, ну короче, транс, вы поняли, не может двигаться, атаковать, запускать навыки, также получать бафы или состояние других юнитов. То есть, по сути, он просто в трансе. Ну, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, не очень. Наносит 650 дамага от атаки ближе к вражеским юнитам, 0,5 секунды на троих юнитов. Юниты, которые получают этот дамаг, теряют энергию, уменьшает скорость передвижения, скорость атаки на 48. Транс длится 5 секунд, то есть, по сути, 10 дамаг каждых 0,5. Невосприимчив к молчанию, это, конечно, плюс. Бедствие тоже, в принципе, неплохо. Игнорирует эффекты, превращающие урон в лечение. Вот это основной его скилл. Ну, поехали, будем его качать. Сейчас его немножко прокачаем и потестируем против тестового моего аккаунта. Такс, Dark Mag. Вот так вот он у нас выглядит. Сейчас мы ему судьбу подкачаем. Тоже в линейке, которая по сути прокачается на максималку. Я даже не помню, уже надо будет глянуть, чекнуть. Я вчера не качал все линейки свои. Сколько там чего. Так, мана. Сейчас будем тестировать. Я думал долго, забирать, не забирать, но потом думаю, в принципе, нормально, за минималку получили и для прокачки ресурсов дофига. И самих героев. Так, ну реально, вчера был обалденное накопление и обалденные акции для прокачки. Кстати, сейчас зайдем, еще шарики заберем. Давайте здесь уже качаем вот так вот. Подкачаем прорыв. Точнее, просвет. Прорыв я потом буду качать уже отдельно. Я хочу пока их так посмотреть, без прорыва всяких. Ну, понятно, что та же самая история, что и альфа-самец, в принципе, плюс-минус. Ну, мне кажется, вот этот герой
будет поинтереснее в плане атаки фортов против бардов. Вот это единственный вариант. Так как барда реально очень сложно слить. Вы сами, думаю, многие знаете это. Ну, реально можно просто тупо на атаке фортов. Ну, закидывают барда, и его очень сложно слить. То есть надо кучу разных нюансов учесть, чтобы его слить. И то в большинстве случаев, 90%, барды не особо сливные. Вместо того, чтобы пофиксить, либо убрать определенные итемы, я и говорю сейчас за истинную веру, да, потому что, как по мне, она, ну, по сути, нафиг не можно было бы ее убрать просто, и этим бы как бы многое изменилось, но даже пофиксить чисто героя, как делают это в других играх, это нормальное явление, у нас, к сожалению, этого сделать не могут. Это реально печально. Как его мы собирать будем? Ну, я думаю, скорее всего, это максимум депа, как обычно. Вот, не знаю насчет уклонения, это надо, знаете, думать. Надо будет смотреть по тесту против барда уже своего, там уклон, он с уклоном, в принципе. Думаю. Так, давайте сделаем агментацию сразу. Я надеюсь, нам повезет, как вчера. Вчера реально подфартило, причем конкретно подфартило нам. Я на бездонате на немецком сервере вытащил и вытащил здесь. Так, агментацию сделали, отлично. Че по чарам? Я тоже думаю, сейчас, ну, сейчас попробуем, надо потестировать. Так как герой неоднозначный. Можно собрать, знаете, сейчас этих донатных героев столько. Можно собрать там пачки. Вот я хочу с обрядом посмотреть. Вот, скорее всего, обряд нам сюда вообще не зайдет. На дамаг собирать он будет вата. На деф собирать он будет дамажить. В общем, и так плохо, я думаю. Посмотрим с теста. Я еще буду тестировать. Ну, как обычно, я сейчас что-то определенное соберу, а потом уже буду перекачивать. Ну, ловим, по крайней мере, точность. Уклон пробуем. Такие варианты. Вот точность есть, отлично. Чтобы попадал. Так, скилл качаем сразу же. Давайте сразу же здесь. Нам надо тоже докачать. Делаем level up и поехали. Я жду, все-таки скоро должны быть 40-е level up питомцев. Судя по описаниям, 10-е скиллы. Я вот это жду. Интересно будет. Там классные, крутые изменения для некоторых пэтов будут. Плюс, наверное, скорее всего, в следующей обнове там писали, что будет годовщина. И, скорее всего, возможно, добавят какого-то дракона. Но насчет этого тоже интересно посмотреть будет. Так, 72 у нас. Не, нам не хватит, да, на максималку докачать. Сейчас мы здесь что-то пошаманим. Попробуем и такой вариант даже. Я не буду десятки качать бессмысленно. А девятки это не проблема. Так, девятка. Так, есть.
Сейчас мы дальше продолжим. Рассвет, у нас не хватает кристалликов. Все как всегда. Сейчас сделаем вторую эволюцию и пойдем смотреть. Так, а кристаллы я таки не добыл. Так, нам надо будет еще качнуть его по созвездиям. Подкачать. Так, давайте сразу закончим с этим. Сделаем вторую эволюцию. Так, соточка есть. Поехали, делаем. Идем тестировать. Ну, я, возможно, сейчас посмотрим, что он себя будет вообще представлять. Попробую побегать по локациям. Давайте вот так добьем. Потом созвездие я уже ему подправлю. Итак, попробуем с таким талантом. 60 атаки, наносит... снимает бафы. Игнорирует иллюзорность. Ну, в принципе, и так неплохое по скиллу. Сейчас посмотрим на это все в деле. Ну, в рейде нас сейчас, наверное, нахрен снесут за тычку. Вот он включился, ну, такое себе. Здесь, конечно, бессмысленно на без прорыва тестировать. Идем на какую-то кошмарку. Посмотрим здесь, что он себя представляет. Стан — это уже большой минус как для донатного героя. Да, молчанка есть по дамагу, как видите, ближайшие цели далеко не бьет. Да, потестировали, короче. Ну, в общем, все, что я хотел вам сказать про данного героя, вы уже и так увидели. Один из тех героев, которые, ну, не знаю, наверное, единственный вариант, где его можно будет применять, это против Барда. Мы сейчас пойдем это и потестируем. Получает дамаг, от хила у него нет. Если сравнивать с альфа-самцом, альфа-самец поярче будет. Бьет по трем целям, как видите, по юнитам, по зданиям, по всему. Не особо много получается у него дамага. То есть он бьет... только по некоторым, по трем целям. Ни 5, ни 6 целей. Соответственно, на PvP локациях, ну, знаете, если он будет бить там Фрею, либо в Огника, либо в Зефира с ограничениями, это будет реально печально. Да, там дамаг как бы у него каждых там 0,5 секунды, да, проходит, но толку от этого. Вот вдали стоят, не достает и все. Толку от этого никакого нет. Ну, набор энергии такой себе. Единственный плюс — это иммунитет к молчанке. Но когда вот его скилл, ну, не знаю, ну, такое себе. Он стоит на месте. Вот это вот самый большой, один из больших минусов. То есть он неподвижный. И это печально. Давайте попробуем такой вариант. Я поставлю сейчас сюда железку, ну, чтобы его так не станили. Десятую железку. Такой вариант без питомца. Единственное, мы сейчас здесь докачаем уже скилл. Сделаем ему 15-15 тоже. Посмотрим, что с этого получится. Ну, такое. Если сравнивать с альфа-самцом, мне альфа-самец больше понравился, чем мах. Реально, альфа-самец как-то повеселее смотрится. Ну,
посмотрим. Будет атака фортов, будет видно. Все, 15-й скилл у нас есть. Максималка. Поехали. Поехали на седьмую кошмарку. Сейчас посмотрим. С железкой. Просто начнем с кошмарки и пойдем на PvP локации. Сказал на седьмую кошмарку. Пошел на жестокие. Ну, 700. В принципе, неплохой дамаг. Ну, когда цели вблизи, в принципе, неплохо. Дамаг интересный. Но что будет по отражалкам? Это вопрос. Потому что ограничений у него никаких нет, соответственно. Да, дамаг лютый приходит. Довольно-таки неплохо. Ну и все. Все, Ронин нас ушатал просто. Ну, такое себе. Ну, не знаю. Не ахти, честно скажу. Давайте пойдем протестируем ремочный вариант. Я просто хочу посмотреть по поводу автопрока, то я уже не помню. Не автопрокер, печаль. Тут у нас печаль. Однозначно печалька. А теперь поехали сразу на PvP локации. Миссают. Ну вот то, о чем я говорил, да, он бьет три цели, да, дамаг в принципе неплохой. Смотрите, там вторые эволюции. Тоже в принципе герои, а не какие вторые, это без эволюции, это блин питомцы. Но есть зефир и прочее. Ну, продержался немножко, но это продержался скорее всего из-за титула. Из-за того, что у меня титул. Как бы статы у него уже такие неплохие. Толку от этой чары вообще никакого нет. По сути, он будет только хилиться, когда бьет. Соответственно, ну, я не вижу смысла даже. Либо вариант СС-ку это уменьшить. Либо я попробую сейчас вот такой вариант спектр. Ну, не знаю, наверное, мне кажется, все-таки СС-ка будет поинтереснее на нем смотреться. Священный суд. Суперсила, чисто дамажный вариант. Ну, не знаю, ну такое. А вот ССК и отхил может будет получать от других, там, либо от питомца. Плюс входящий урон будет намного меньше. Но обряд лечения однозначно нет, потому что он, как вы видели, по скиллу, когда врубается скилл, никакого нет. Поехали еще разок. Посмотрим. В таком варианте. Ну вот видите, да, толку. Да, он сейчас дамажить будет круто, но вот этих три дамага он будет бить там и по юнитам, и по всему. То есть это бессмысленный, как по мне, это для PvP локации даже. Сейчас пойдем на ЗБшку. Печаль. Печаль, причем такая полная печаль, как по мне, потому что три цели это... Ну, это на сегодня ни о чем вообще. Даже если вы там его сделаете супер-мега-вау, смотрите, парализовали. Вот он включил свой дамаг. Он стоит на месте. Все. Он не бьет, не атакует. То есть подхил ему какой-то дать только за счет питомца, либо за счет других героев. Здесь посмотрите разницу, да.
Понятно, здесь с уклоном он, но посмотрите разницу. Герой без прорыва, ну, плюс-минус здесь уклонение только накачано больше. Ну и плюс питомец, все дела. Но разница героя, он себя хилит, он себя восстанавливает, накидывает дебафы, да, там и прочее. То есть реально герой кайфовый по сравнению с тем, который стоит просто тупо на месте. Единственный вариант — это атака фортов. Это то, для чего этот герой в принципе как бы и создан. Сейчас мы туда с вами пойдем. Говорю, на атаку фортов пойдем. Сейчас мы просто нападем на твинка. Так, где там мой тест? У меня тут, по-моему, бард где-то должен быть. Паролин, Минотавр. Вот мой бард. Сейчас посмотрим, что у нас получится этой. Вот. Вот. Вот для чего этот герой. Если сравнивать там других героев, да, мы сейчас не пойдем другими. Тоже максималки, да, 30-е там. Блядь, у меня даже такие герои, мне таким напасть. Мы даже можем всеми напасть. Ну вот разницу смотрите. С 30-ми прорывами героя, ребят. Внимательно. 30-е прорывы, крутые прокачки. Все дела. И барду пофиг. И тут вы выпускаете чисто случайно вот такого вот героя. И все. Вот для этого этот герой, в принципе, создан. По-другому, как бы, ну, его нету смысла применять на каких-то локациях. Соответственно, если вы хотите его качать, это чисто на, я думаю, атаку фортов, это единственный вариант. Либо же там забежка, если у вас там бард, вы будете, попадете на пачку, да, чтобы не слиться по тайму. Либо вариант, если у вас запределье, тоже барды попадаются, тоже там он зайдет. Все, больше применения этому герою, ну... Не знаю, никакого нет. Он просто тупо стоит на месте и все. И в PvP локации, ну, варик, как я вижу, собирать его максимум уклона, максимум дефа, чтобы он просто тупо шатал. Можно, кстати, попробовать вот такой вот вариант. Посмотреть, что будет у нас по дамагу. Ну, например, возьмем АЗ-шку, да. То есть это чисто ради этого сделано. Вместо того, чтобы... Ну, дамажит меньше, конечно, дамага, но все равно, смотрите. Вот чисто ради этого, все. Основной скилл пошел, полетело три цели. Это уже его скилл работает. Вот чисто ради этого. Да, это, видите, дефный вариант. Ну, понятно, здесь прорыв прокачаем, но все равно хоть проседает. Но в таком варианте, как у нас было до этого... Баст плюс римка, то есть надо немножко дамага. Давайте такой вариант попробуем. Все, больше его где-то применять, но я не вижу смысла. Качать ради одной локации, покупать его, ну, в принципе, он сейчас копейки стоит, есть смысл. Вот, баст поставили, уже получше дамаг, по 300, по 400. Он все равно себя подлохилит, но... Мы хоть пробиваем его, потому что другие герои этого сделать не могут. Понятно, на прорыве будет все попроще, поинтересней. То есть дефный вариант, надо будет найти что-то среднее. Попробую подкачать, потестировать. Ну все, больше толку от этого героя нет. То есть нам выпустили героя чисто для того, чтобы убивать барда. Антибард и не более того. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.